Sebastian, get away from him. Sebastian, listen to me. Stop. Your interests are the same as ours. Look, I get it. You're not just some rookie detective, and this is not just some ordinary kid. You killed Joseph and you shot me. So right at this moment, that's enough reason for me not to trust you. You're a good man. That's why I... Doesn't matter anymore. If you know who this kid is, if you know anything, you know why he can't be allowed to live. Bullshit. It's Ruvik. He's the one that... Чё за говно происходит? Иди ко мне, мой сладкий. Я сейчас обосрусь. Человек превратился в воду. Мы стояли в воде. То есть мы стояли в людях. Почему-то мне хочется спеть песенку «Your world is mine». Что за дебилизм? Ну, здравствуй, финальный босс. Ой, это у тебя маленькие сисечки, хорошо, спасибо. Блин, никаких КТЕ, удивлен. Лол. Ну, это было неизбежно, по-моему. Так, жопа, теперь ты меня не словишь? Нет, я сказал! Да как от него уворачиваться? Я ненавижу игры, в которых нет воротов. Ладно, прыжков нет, ладно, другого нет. Но вороты где? Я чувствую себя инвалидом, серьезно. Понял? О, господи! Надо просто бежать. О, Хари Кришна! Все норм! Зубы почисти, тварь! Отличная битва с боссом, надо просто бежать! Целиться не надо! По-любому патронов пропустил 300 куч. Ай! Ай-яй-яй!
Так там не видно же ничего было, ну... вон там же не видно ничего было! Вы посмотрите на это, там просто пыль, 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 пыль и все. Я не понял даже, сквозь с левой, с правой стороны. А сообразить не дают. Движок поганый. Я сейчас выключу все графические эффекты. Вот, смотрите, видите, что-нибудь было вам понятно, что произошло, что произошло сейчас на экране? Так надо просто петлять, в общем, восьмерки нарезать. Реализм! Скажете вы. Базука, скажу я. А кто-то просто промолчит. Потому что ест. Серьезно? Эпичненько. Что происходит вообще? Я какой-то тир начался. Ну, конечно, может, на консольках это трудно, но на ПК это... просто изи-пизи лемон сквизи! Даже Solid бы справился. В общем, поясняй, кто такой Solid, пока есть время. Представьте вашего друга, знакомого, который вообще не умеет играть в КС. Вот это Solid, примерно то же самое. Был убит колючей проволокой, напишут в отчете. Это уже не страшно, уже так смешно просто, капец. Такого дебилизма я давно не видел. РПГ, да ладно, прям как, не знаю где, в Resident Evil 5! Только там было эпичнее, на самом деле. Только не говорите, что мне надо будет прицелиться, потому что я не прицелюсь. Откуда столько ракет? Я промазал? Отлично. Я промазал? Последний патрон. Вау! Эпично получилось! Последним патроном забил. Или нет? Давай пузико потяжу. Иди ко мне. Птичечки тоже потяжу. Меня только что проткнули насквозь. И я до сих пор жив. Один из многих. What the fuck? Что это такое? Я как личинка чужого? Что это за говно я только что был? Чё, почему? Я в него выстрелил, он меня съел, он взорвался! Уааа! Просто... Хоу-хоу-хоу, it's logic. То есть, если это сейчас реальность, то что это за херня, вот, по которой... Которая сейчас вот... Что происходит? Что происходит? Да пошел ты в жопу, понял? Рувик.
Эй, Рафик! I'm going to finish this. И сейчас как пнет его. Ну пни его, ну! Ну пни его со всей силы, ну сделай эпично! То есть главный мой враг это... Это чей-то мозг? Знаете, уже в следующей части главный босса будет чей-нибудь мизинчик! Просто... Leave that one. And those two. They're not going anywhere. No one can. То есть, на самом деле, я один из подопытных, видимо, из-за того, что там убил кого-то. Из-за того, что у меня, видимо, все плохо было с головой, меня оставили тут. И подключили меня к этой машине. Рубен Викториано. А это что за говно? Уитерс Лесли. Detective, are you all right? Is there anyone else? Just give me some real fresh air. Эти японцы, они сами понимают, что они пишут, нет? То есть, подождите. Ну, это конец, я так понял. Подождите, давайте все разберем, по полочкам разложим. Проводились некие эксперименты генетические вот этим Руфиком и доктором. Соответственно, да? И целью этих генетических экспериментов было взаимодействие разумов. Или как-то узнать, как разумы работают друг с другом. В итоге дошли до того, что все-таки нашли объекта, который более всего удовлетворял всем нуждам этих двух людей. И... Так, и это был Лесли. И в итоге наш
герой оказывается подключенным к этой сраной машине, и баба, вот эта вот Кидман, она была на самом деле со всем этим связана. То есть она за всем этим стояла, видимо, как, не знаю, как расследовала это все дело, или пыталась как-то понять, что происходит. И, видимо, из-за того, что произошло с главным героем, не знаю, его подключили к этой машине, и он в итоге попал в симбиоз разумов Лесли и всех остальных людей. И он узнает историю эту потихонечку по кусочкам. И в итоге его ведут по этим мирам. А на самом деле Руфик существует только в виде мозга, подключенного к центру, и все находятся в его мире. В мире вот этого безумца. И, видимо, специально к его мозгу подключили всех, чтобы понять суть того, что произошло с его семьей, почему произошел поджог и так далее, кто в этом виновен, и чтобы всю предысторию знать. То есть все это было с целью детективного расследования, как я понял, так ведь? И наш герой там очухивается в виде случайного человека, видимо, нужен он был для чего-то. Либо он как-то со всем этим связан, но как? Вот, я вот не понял, как он с этим связан. Ну и потом он прошвыривается по этим чертовым мирам. Ну, точнее, не мирам, все это происходит в его разуме. Точнее, не даже не его разуме, а в общем разуме. То есть все объединены и все подключены к разуму Руфика, который существует только в виде мозга. В итоге у главного героя получается туда вырваться ближе к концу, и он проходит по реальному госпиталю, где все и началось. Видимо, его как раз оглушает или что-то с ним делает бобина, это Кидман. Но Лесли тут причем, я так и не понял, он типа умнее, чем он кажется, или еще что. В общем, замутили что-то невнятное. Я что-то не осознал, надо будет. Ну это я так набросал сверху, что я понял. Вот так даже хз. Ну, в общем, замудрили, как обычно. Я думал, что такой психологический триллер, как в духе с... как в духе Silent Hill сделан он. Но на самом деле... это... просто... такой вот... психологически научный, что ли? Или научно-психологический ужастик, в котором... в котором как бы все реально и все происходит только в разуме. Ну, можно сказать, психологически тоже. Психологический ужастик, но это не триллер, скажем так. Чё говорить по поводу геймплея, я даже не знаю. Это Resident Evil. Resident Evil 4, который мы видели. Вот, Миками создал его. Правда, эта концепция, она не подходит для survival-хоррора, потому что она survival-хоррор превращает просто в боевик, в котором кривое управление и мало припасов. И поэтому тебе просто сложно бороться с зомби, которые ещё до кучи... как-то себя ведут, ну, как тупые. Весь дизайн боев точно так же, как в Resident Evil 4 сделан. Сначала обычные зомби, потом зомби в броне, потом зомби в пистолетах и так далее. Но если Resident Evil 5, Resident Evil 6 еще более-менее развивали, добавили кооп, добавили там сразу много-много компаний, то здесь попытка сделать что-то, что давным-давно устарело. То есть это игра, которая должна была выходить, ну, лет так 8 назад. Как раз-таки, когда Resident Evil 4 была популярной. И до лавров Resident Evil 4 ей далеко, потому что... ну, Resident Evil 4, почему она была хорошей? Потому что, во-первых, там были хорошо продуманные бои. Вот реально хорошо продуманные бои. Сама вселенная интересная, ну и до кучи все это было в новинку, да, вот этот вот вид от плеча, геймплей и так далее. Итераций того самого, того, что мы видели в Resident Evil 4, мы уже насмотрелись просто везде. Я могу перечислить вам вот сейчас вот, ну просто много всего мы уже видели. Gears of War 3 части, ну не ужас, но то же самое. Shadows of the Damned, тот же Resident Evil 5-6. Resident Evil Revelations. Что еще можно такой вот с плеча просто взять? Надо быть, ну вот уже хватит. И вот представляете, одна геймплейная механика и уже в каком-то таком количестве игр.
Да. То есть надо что-то было поменять, и толком-то ничего не поменяно, и геймплей смотрится, ну, очень старым. Графика. А графика у ID Tech 5, в общем, еще раз подтверждает эта игра то, что ID Tech 5 еще когда вышел, был уже устаревшим. А, игра не страшная, иногда только используются какие-то такие вот, ну, вот проверенные временем эпизоды, как там, например, каталки выкаты и так далее. Ну, они на самом деле более-менее смотрятся, но они толком не страшные. Джампскейры есть и так далее, но в основном это стрельба, 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 стрельба. Меня утомило к концу. Слишком много стрельбы, на самом деле. Разработчики пытались, конечно, разнообразить более-менее игру, и за это им, естественно, плюсик, но ближе к концу начинает надоедать. Третья битва с хранителем, еще и с двумя хранителями, смотрится как полный идиотизм, потому что два хранителя — это тупость. Затем битвы с боссами. Надоели удары, которые забивают тебя с одного тычка. Честно, надоело. Надоели боссы, которых либо сложно забить, либо которых нужно убивать. Надо знать меру. Меры нету. То есть... Вот как это сделано в других играх? Есть пирамида головой, есть Немезида, есть вот том же Alien Isolation, который недавно был, Чужой. Но когда просто у тебя много разных врагов, которых сложно убить, это честно начинает надоедать. Я не в Monster Hunter играю, я играю в сраный шутан, который назван survival horror'ом, и все. Так что я каких-то даже особо таких весомых плюсов не могу выделить. Сюжет, ну это японская хренотень, на самом деле, пытающийся... как-то запутать, и причем запутывает так, что ты сидишь такой, да ну в жопу в этом разбираться, серьезно, зачем? Какой-то дебилизм опять намутили, который толком-то неинтересный. Персонажи неплохие, то есть дизайн их, дизайн локации неплохой, то есть художники более-менее оправдали еще выбор движка, использовали его возможности, но опять же, локации — это то, что мы видели раньше. Это, по сути, повторение Resident Evil всех. Сначала вы начинаете в каком-то лесу, или, я не знаю, там, в городских каких-то дебрях. К концу вы попадаете во всяческие лаборатории, и ничего нового нету. Больницы, морозильники — все клише насобирали просто. Локации — абсолютно клише. Враги... Что с ними произошло, я не понимаю, почему... Я так и не понял, откуда враги появились, кто, что, почему они начали нападать? Из-за чего? Если в разуме такой... Почему Руфи хотел всех сделать врагами? Что его... Я еще ничего не понял. Ну, умер... Или у него... Он такую ненависть воспитал ко всем... возможным... к человечеству, что решил их всех убить, что ли? Я не понимаю, или что? Я не знаю, у меня в голове это все не укладывается. Может быть, конечно, объясняют DLC более-менее все, но вряд ли. Так что... Получен автомат. Ну, спасибо. Ха-ха, вот это другое дело. 50 тысяч навыков тоже неплохо. Просмотр моделей. Дополнительный уровень сложности. Но сделано... Хо-хо-хо! 76, ни хрена себе. Но сделано, конечно, в духе старых игр, то есть перепроходить будет интересно. То есть взять так, пробежать часов за 5. То есть в духе всего этого. Сделано. 4,5 часов. Думаю, неплохо. Окупается все это дело. Нормально. 4,5 часа, и причем можно перепройти, если вам понравилась сама боевка. То есть, нет, боевка просто она старая, но не значит то, что она плохая. Давайте посмотрим моделик немножко, да? Особо меня интересует, сами вы понимаете, что. Только не говорите, что их надо разблокировывать. Так. Себастьян Кастелланос в плаще. Джулия Кидман. Вот это мне больше нравится. Ну, блин. Отстой. Джозеф Ода, медсестра Татьяна, Лесли Визерс, Лаура Викториан... О, боже мой.
Рувик. О боже мой. Рубен юноша, альтер эго. Садист. Цейн. Ноин. Хранитель. Травма. Страж. Я его Бобиком называю. Шарик, во. Блин, тут еще и вес. 220 килограмм! Так жирная скотина. Ууу, секси. Сисик нет? Нет. Все понятно, почему злая. Волосы болтаются. Подавление. Сики. Амальгама альфа. Ересь. Амальгама. Ядро амальгамы. Одержимые. Все понятно здесь уже. Еще особо интересно. Так, давайте посмотрим, что за новые сложности и так далее. Так. Ага, то есть новую игру плюс нельзя продолжить с другой сложностью, окей. Настоящий кошмар, приготовься умирать. Одно ранение вам конец, это хуже, чем кошмар, это настоящий ад. Тут еще две сложности. Ну, в общем, закончим прохождение в стиле, в духе. Спасибо вам за просмотр. С вами был Эллен. Это было прохождение The Evil Within. Игры, которая снова не прождала мои ожидания, как и в Destiny. Хотя я и ту ждал в этом году. Так что, если выбираете, что поиграть в Alien Isolation или в The Evil Within, я вам советую первую. А на этом все. Увидимся с вами в следующих видео прохождения, которые обязательно появятся.